Добрый день, дорогие мои друзья. Сегодня мы едем на дольменах. Ну, экспедиция наша сегодняшний день. Изучение дольменов в район, ну, там Сочи, Лазаревской. И будем дольмены изучать. И, соответственно, знаете, до сих пор никто не может точно сказать, для чего было построено эти каменные сооружения. Но я одну вещь точно знаю, что, во-первых, эти места, это есть места силы, которые можно заряжаться энергией позитивной, а на место уже, когда будем с друзьями, которые с нами все, определим, для чего по ощущению построены были эти сооружения. И, конечно, потом вам напишем об этом вывод от нашей экспедиции, что сделали, что почувствовали. И хотел сказать спасибо те, которые с нами сегодня нас сопровождают вместе с нами, полетят туда. Думаю, что это будет очень хороший подарок новогодний. Потому что до Нового года лететь в таком месте, где дольмены. И можно, конечно, загадать желание. И спасибо им, и что с нами они, и дальнейшее, пожалуйста, любой из вас может присоединяться к нам и с нами заниматься поиском, увидеть своими глазами то, что происходит. И действительно, это будет полезно, это будет всем хорошо. Будет прекрасное, приятное ощущение, дружеская атмосфера. И надеюсь, что все задумано у нас получится. И до новых встреч. Спасибо за тех, которые есть. Спасибо, и с нами едут. Спасибо за то, что вы есть. И надеемся, чтобы у нас было больше, больше, больше народу. Тем больше, тем лучше. Можем общаться, можем наслаждаться видом этих местах. Поэтому спасибо всем вам. А мы уже скоро на самолет, надо бегом уйти. Спасибо, всего доброго. До новых встреч. До свидания.